куда подальше. Заброс. Витка. Еще одна. Есть возможность. Пяточкой. Ну, удар по воротам. Гол! Артем Милевский. Павел Савицкий. Павел Савицкий, он не празднует. Демонстративно это делает как раз таки. В душе наверняка радуется, но руки в стороны развел. Словно извиняется перед командой, которой... Найока, Павловец. Павловец здорово подключился к атаке, входит в штрафную, разворачивается, прострел. Под удар Кривец! Кривец! Сергей Кривец сравнивает счет в этом матче. Его первая игра в нынешнем сезоне. Его чуть ли не третье, четвертое касание мяча. И он сравнивает счет в этом поединке. Можем сказать, что оборона в целом держалась неплохо у гостей. А вот такую красоту кладет Брест на последних минутах. Посмотрите, что сотворил Сергей Кисляк. Я тут хвалил Панкратова, а Кисляк просто сместился, переложил под правую. И вот такой красивый голешник. Подбор Анюкевича. Хороший подкат. Атака Бреста 3 в 1. Кабленко бежит, там есть Лаптев. Кабленко решает сам. Кабленко, 3-1, Брест будет победителем в сегодняшнем матче. Дожимает в концовке. Классный подкат. Подает штрафную площадь, отличный навес, но Юзенков выше всех. Зависла свеча, кики, удар по воротам. Добивание и 1-1 сейчас становится. Павел Нехайчик добавляет мяч в ворота. И разбериха, я сказал о том, что выше всех выпрыгнул Руслан Юзенков, но не удалось ему выбить мяч-то за пределы либо поля, либо хотя бы штрафной площади. И шанс свой динамовцы реализовывают. Старая проблема у них скрылась. Восьмой гол с главу. Еще одна атака Бреста, удар, штанга, добивание и 2-1 становится счет. Выходят вперед футболисты Брестского «Динамо». Очень важный гол. Забивает Хабленко для своей команды. Чуть-чуть сначала не повезло штанга, но впоследствии на добивание очень здорово действует